Я всем рисом хотел сегодня поиграть 5 Overnight и на 4 ночи пробовал пройти ту марионетку. Я не знаю, как ее проходить, но это уже страшно. Я представляю, как буду сейчас пугаться, потому что вообще. В прошлый раз я не понял, как проходить. В этот раз я не понял, как проходить. Да. Мангл четко, ладно. Мне уже страшно, ладно. Окей, я трус, конечно, да, бывает такое, типа, я хорроры не люблю играть особенно. Смотреть-то, может быть, я могу, но играть это уже не то. Как мне выживать-то, а? Все 6 часов выжить. Она будет влазить из-под кровати. Ты должен знать, если ты выключишь, если выключить, если услышишь... А! Чё, это... А вот сейчас я ничего не понял. Надо почитать все и понять. Я не могу ничего понять, да. Так, бежим сюда. Вы можете спать спокойно, я пошел. Опять. Оу! Фонарик. Мне кажется, что тут зря включен, нет? Машина, кстати, качеткая. Так, как играть? Я без понятия. Он там еще на машине поехал. Конечно, четко, да. Объясните, как играть, я не могу нормально понять, что. Выжить 6 часов. Как их выжить? Фак. Игра, конечно, четкая, ну ладно. Пошло отсюда. А, мне что, клоун представить, что ли, чё? Блять, Это чё? Пошло в жопу отсюда. Это что ещё было? Я вообще ничего не понял. Можно я свалю спокойно отсюда? За мной красный дым ходил, отсюда хрень. Нихера непонятно. Ты какой-то красный дым там вылазит, только эта марионетка из-под моей кровати вылазит. Что это вообще за игра? Пошло отсюда. Здесь был выключатель, я врубил его. А эта красная жопа за мной ходила. Может там жопа я не знаю. Садиться я не могу. Иди в жопу! А чё делать? Как проходить такое? Это хрень, короче, ко мне лезет, когда у меня света нет. Фига ты чёрная! Да свет у меня есть, отставь от меня! Ты чё, красная гнида? Короче, последняя попытка, я не понимаю, что делать. У меня свет вырубается, я бегу туда. Что там уже? Даже в туалет не спрячешься. Вообще никуда не спрячешься. Выжишь 6 часов, короче, как-то вообще никак. Наша игра уже лагает то, что я бомбит здесь. Ну и чё? Че это? Я попасть никак не мог. Короче, я пошел отсюда, я не понимаю, что здесь делать. Пошел в жопу, ты чё? Чё? В смысле? Делайт, бэтлайк, короче, я не знаю, как игра, короче, называется. Ой, фильм, и все, короче, называется.
размечтался. Я что-то вообще не, как говорится, не вкуриваю. Я и не курю, да, ну понятно. Это хрень за мной гоняется, когда у меня нету света. Не надо! Меня лучше забирать. Короче, до свидания, я не понимаю, короче, надо этому заканчивать, потому что я эту гонку забываю, потому что без понятия здесь невозможно пройти. Как бы я ни пытался, я за диваном аж спрятался, я не знаю, я застрял в чем-то опять, короче, но меня поймали. Я как-то включаю свет, то как-то что-то не получается включить свет и всякое такое, до свидания, короче, поцелуйте меня. Ай, хер ты. Слышь. Ладно, короче, посмотрим, на этом мы заканчиваем, был Фоксайн, подписывайтесь, лайк. Ставь лайки, да, сейчас, короче, я доигрываю и выключаю запись. Если я сейчас сливаюсь, то все. Видите, как я слился. Нет! Не, я пытался. Это еще был мой самый максимальный попытка. Все, короче, до свидания. Ставьте лайки, пишите комментарии. Все, до свидания, всем пока. Хочется мне лишь на сцену войти, но могу мечтать об этом только в заперти. Не стой ко мне спиной и не пытайся ты уйти. Я весь нелой, мой бак пустой, без уста впереди. Одиночество мое свело меня.